Всем здравствуйте, меня зовут Южаков Антон. В сегодняшнем выпуске мы будем говорить, что делать с хорионическим гонадотропином. Это видео, в котором я расскажу про хорионический гонадотропин, про аналоги хорионического гонадотропина и чем его можно заменить. Это видео будет актуально на ближайшее время. Скорее всего, потом оно тоже будет актуально. На данный момент есть одна существенная проблема. Она связана с тем, что хорионический гонадотропин пропал с продажи в большинстве стран. Я про это говорил и писал где-то несколько месяцев назад, тогда, когда проблема была с пригнилом. Пригнил сняли с производства, и, соответственно, он пропал в там, Украине, там, в Европе и тому подобное. Потому что в Украине хорионического гонадотропина Московского эндокринологического завода уже давно нету. И на тот момент Московский хорионический гонадотропин все еще выпускался. И эта проблема для России была неактуальна, для Беларуси и Казахстана. Но на данный момент хорионический гонадотропин практически полностью снят с производства. И его нету в аптеках практически вообще. Остались только остатки. И в связи с тем, что я отвечаю на этот вопрос в личных сообщениях уже последние несколько недель по 10 раз в день, я сниму это актуальное видео для того, чтобы всем ответить на вопрос, что делать с хорионическим гонадотропином, у кого есть возможность его достать, и какие ближайшие перспективы и аналоги хорионического гонадотропина, что с этим вообще делать. Для начала надо разобраться, что такое хорионический гонадотропин, зачем он вообще используется. Значит, хорионический гонадотропин человека, он же ХГЧ, в мужском организме он обладает свойствами лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормона. Тем самым он стимулирует секрецию тестостерона и образование сперматозоидов. Используется он для абсолютно различных задач, как для стимуляции и поддержки там, тестостерона на курсе, для стимуляции тестостерона на послекурсовой терапии, как терапию по повышению тестостерона и тому подобное. В общем, в многих задачах используется хорионический гонадотропин. И сейчас мы подробно разберемся, какие бывают виды хорионического гонадотропина, потому что я уверен, что многие сталкивались только с одним хорионическим гонадотропином, который называется московский хорионический гонадотропин Московского эндокринологического завода. Его же аналоги в Европе – это пригнил и харагон. Это называется мочевой ХГЧ. Делается он с мочи беременных женщин. И он на данный момент снят с производства. Остались только остатки. Но есть еще и другой ХГЧ. Называется он рекомбинантный ХГЧ, он синтезируется искусственно. Все ссылки на все препараты, их описание будет в описании к видео. Там будет все четко, подробно расписано. Вы сможете кликнуть и посмотреть, и более подробно прочитать. Я сейчас расскажу просто в целом. Это синтетический, значит, аналог хорионического гонадотропина. Сам препарат, который есть на рынке, называется Овитрель. Делает его и Италия, по-моему. На данный момент это вот альтернатива хорионического гонадотропина. Про это чуть-чуть подробнее позже. Значит, сразу возникает вопрос, что лучше, что хуже, там, если есть выбор. Ничего не хуже, ничего не лучше, работает они одинаково хорошо. Все исследования показывают, что и то, и другое работает отлично хорошо. Почему тогда используют по сей день мочевой, а не рекомбинантный? Скорее всего, из-за цены. Потому что если мы посмотрим цену на, допустим, московский ХГЧ и посмотрим, или даже на тот же пригнил, и посмотрим на рекомбинантный, то цена будет отличаться. Поэтому я предполагаю, что делали еще достаточно долго мочевой, но я предполагаю, что переходят с
скорее всего, только на рекомбинантный ХГЧ. Скорее всего, обычного мочевого ХГЧ больше не будет. Это мое первое предположение, почему он пропал. Хотя все говорят, что там идет переаттестация, еще что-то, но, скорее всего, проблема в этом. Либо будут переходить с сухой формы в жидкую, как это происходило с гормоном роста. Он раньше был тоже в сухой форме, сейчас в жидкой. Возможно, переходят на жидкую форму. Возможно, переходят только на синтетический ХГЧ. Пока ситуация неизвестна, но факт в том, что остатки еще есть, но, скорее всего, в ближайшее время остатков не будет, и альтернатива остается только пока что рекомбинантный ХГЧ. С учетом того, что мы затронули уже тему всех препаратов и их аналогов, следует еще рассказать про саму альтернативу хорионического гонадотропина. Так как хорионический гонадотропин у нас является в организме, по сути, аналогом и выполняет функции лютеинизирующего фолликулостимулирующего гормона, у нас есть еще и синтетические аналоги лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормона. Называются они рекомбинантный лютеинизирующий гормон, он же лутропин-альфа, и рекомбинантный фолликулостимулирующий гормон – это фолитропин-альфа. Значит, с рекомбинантным ФСГ, в принципе, я сталкивался раньше, не скажу, что очень часто, но периодами, когда необходима была подготовка к зачатию. Рекомбинантный ЛГ не используется на данный момент по причине того, что он нереально дорогой. ФСГ тоже дорогой, но там подготовка к зачатию, там очень важная вещь, и люди готовы на это тратить очень большие деньги. Когда мы говорим про рекомбинантный ЛГ, и если колоть им, если его колоть как альтернативу ХГЧ на курсе стероидов, то это станет в несколько раз дороже, чем курс вместе с анализами и все остальное вместе взятое. По причине того, что он очень дорогой. И, скорее всего, никто его использовать не будет. Ну, как минимум, большинство людей так точно из-за его очень высокой цены. Когда человек готов там отдать 100 и более тысяч рублей за зачатие и использовать МГЧ, это у нас рекомбинантный ФСГ, это одно. Но использовать, допустим, ЛГ рекомбинантный, вряд ли кто-то будет и отдавать за это такую сумму денег. Поэтому, скорее всего, использоваться данные препараты не будут, но вдруг, если у кого-то есть финансовая возможность это делать, и у него нет доступа ни к ХГЧ и нет доступа к Авитрелю, тогда можно использовать и ЛГ. Сам ФСГ отдельно смысла использовать нету, но есть еще такой препарат, это многокомпонентный препарат, где идет смесь ЛГ и ФСГ. Если у человека нету доступа к ЛГ, а есть доступ к многокомпонентному препарату, можно использовать в крайнем случае его. Но это тоже стоит нереально дорого. Просто, чтобы вы понимали, легче сделать короткий курс, чем делать длинный курс и использовать этот препарат, потому что это очень дорого. Хорошо, с этим всем разобрались. Разобрались, что такое ХГЧ, разобрались с синтетическим аналогом ХГЧ, разобрались с ЛГ, ФСГ и препаратами. Теперь к практике. Что на данный момент делать? Если надо колоть ХГЧ, вы там на ГЗТ, либо на терапии по повышению тестостерона, либо там у вас длинный курс, ну, в общем, вам надо колоть ХГЧ. Какой у нас алгоритм? Значит, самый простой вариант на данный момент – покупаете ХГЧ в аптеке. Еще в некоторых аптеках пооставался пригнил, в некоторых аптеках пооставался московский ХГЧ. Московский ХГЧ бывает разный. Там 2500, 5000, 2000, 1500. Там вообще абсолютно разный. Колется он по-разному. Некоторым надо 500, некоторым 1000, некоторым 1500. Что делать? Покупаете ХГЧ и покупаете бактерицидную воду на черном рынке, обычную бактерицидную воду для разбавления пептидов. Берете, разбавляете ХГЧ, колите, остальное ставите в холодильник и, соответственно, сохраняется до следующей инъекции, разбавляя не натрием хлоридом, который идет в комплекте, а специальной отдельно купленной бактерицидной водой. Это вариант первый. Второй вариант более колхозный, но
Тоже некоторые делают. Значит, допустим, есть порошок, который есть в флаконе. Допустим, с пригнилом было проще. Там была такая более-менее плотная таблеточка. Достается чем-то стерильным эта таблеточка. Делится на энное количество раз, сколько надо. Допустим, там по 1500 надо колоть. Мы берем 5000, делим на 3. Получается там 1666, что-то более-менее нормальное. На 3 части делим. Каждую часть этой таблеточки кладем в отдельный стерильный шприц. И кладем все это в холодильник. Потом мы берем шприц, набираем в него физраствор непосредственно перед инъекцией. Делаем инъекцию. А сам ХГЧ лежит в стерильном шприце в холодильнике. Колхозный вариант, но как бы может кому-то понадобится. Следующий вариант – это то, что, скорее всего, с аптек все это уйдет, но на черном рынке какой-то промежуток времени еще будут препараты, потому что срок годности у них достаточно длинный, еще там 22-23 год. Они, скорее всего, еще будут на черном рынке. В чем проблема черного рынка? Проблема в том, что, кто бы что ни говорил, хорионический гонотропин обязательно нужно хранить в холоде. И проблема черного рынка не в том, что он поддельный, а в том, что он не хранится в холоде. Те, кто его продают, нормально его не хранят, в отличие от аптек. Поэтому его нужно перепроверять. Что это значит? Вы покупаете ХГЧ, делаете инъекцию хорионического гонотропина вечером, идете утром и сдаете анализ на ХГЧ. Анализ будет, пример закрепленный тоже внизу в описании к видео. Идете, сдаете, смотрите. Если повышен, он всегда у мужчины повышен, он либо там около нуля, либо повышен. Повышен, работает, все нормально. Я тоже про это писал пост, я как-то покажу, могу даже сейчас картинкой вставить, как это выглядит. Проверили, работает, повезло, хорионический гонотропин нормальный. Плюс на данный момент его еще производят некоторые фармпроизводители и тоже. Он нормальный, если его правильно хранить. Проблема не в том, что он там поддельный, плохой и тому подобное. Чаще проблема в том, что он неправильно был сохранен. Вот в этом проблема. Это второе, что можно делать. Это что вообще в целом можно делать с хорионическим гонотропином, если у нас нет возможности, как раньше, пойти купить тысячный, поставить его и не заморачиваться. Третий вариант – это покупаем Авитрель. Покупаем Авитрель, и в нем есть шприц, он шприц-ручки, там есть сменные шприцы одноразовые, как в инсулиновом шприц-ручке, как в гормоне роста, то же самое. Мы берем несколько сменных одноразовых шприцов, и, соответственно, в Авитреле 6500 единиц ХГЧ. Мы высчитываем, сколько нам надо поставить, ставим, и все нормально. Поэтому, как вариант, если есть чуть-чуть, это будет не намного дороже, чем ХГЧ. Смотря еще в какой стране, допустим. В России будет дороже, потому что там московский недорогой. В странах, допустим, где не было московского, там будет пригнил стоить практически в цену Авитреля, поэтому никакой разницы практически нету. Никто ничего не теряет. Это вот, по сути, единственные варианты. У нас есть еще четвертый, пятый вариант в виде введения рекомбинантного ЛГ и рекомбинантного многокомпонентного препарата. Но на данный момент я считаю, что вот первые три варианта самые оптимальные. С рекомбинантными ЛГ и многокомпонентными очень-очень дорого, поэтому мало кто сможет себе позволить. Надеюсь, рассказал максимально подробно, поэтому это вам инструкция на ближайшее время. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кого интересуют личные консультации, можете ко мне обращаться. Как со мной связаться, есть в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.